Ну, покормил, вот они. Не гуляют. Ну, отошли подальше и все, сидят. Кто-то моется, кто-то не моется. Клювы греют свои. Ну, видите, охрана моя рядом. Подбирают остатки. Ну, покормил я сегодня их нормально. Но они все равно какие-то пузатые вон все. Неделю я их практически держал без зерна. Все равно жирные. Ну, эти телки, наверное, беременные. Почему? Потому что они же, ну, как бы раньше бегали, да, мекали. Козла когда не было. А сейчас, вот с осени, я что-то не помню, чтобы они там бегали, мекали. Вот. Они, наверное, отгуляли свое. Вот. Оскар спокойный, ходит, проверяет их там, как они. Вот. Но он, зараза, не ухаживает за ними. Вот как петухи, допустим, за курами. Петухи там и себе, и курочек зовут. А Оскар не толкает их все время. Манечка. Маня. Подруга пришла. Вот еще. Сейчас они бегать начнут, беситься. Подъели. Сейчас начнут глупостями заниматься. Ломать все, крушить.